У каждого есть 5 копеек и 2 минуты. Итак, вот мои 5 копеек за 2 минуты. Хей, с вами Грант Кардон, автор бестселлеров по версии New York Times и ваш друг в бизнесе и продажах. Вы когда-нибудь слышали от кого-то или, может быть, думали сами: «Моя жизнь — мечта»? Серьезно? Мечта, говорите? Потому что я ненавижу, когда так говорят. Не знаю, как насчет вас, но я эту фразу терпеть не могу, потому что большинство говорящих так людей даже не знают, о чем они мечтают. Иногда так говорят просто очень увлеченные и позитивные люди. И в этом случае мне даже нравится это высказывание, потому что они делятся своим настроением с другими. И третья категория людей — это преуспевающие люди. Но обычно и они не используют всех своих возможностей и не реализуют свой потенциал по полной. И вот они заявляют: «Моя жизнь — мечта» по сравнению с другими. Слушайте, перестаньте жить мечтами или жить как в мечтах и начните воплощать свои мечты в реальность. А для этого, во-первых, вы должны понять, о чем мечтаете, и убедиться, что это именно ваши мечты, а не кем-то навязанные. Во-вторых, никогда, никогда не называйте свою жизнь мечтой, сравнивая ее с жизнью других. И третье, большинство людей, жизнь которых и вправду мечта, никогда не останавливается. Постоянно создают что-то новое, развиваются, все время ищут, что-то еще они могут сделать в своей жизни, какую мечту хотят воплотить следующее, хватаются за любую возможность, чтобы действительно превратить свои мечты в реальность. Так что прошу вас, если вдруг мы с вами встретимся на семинаре, или на выступлении, или на улице, или в отеле, в самолете, или поезде, и я спрошу, как у вас дела, даже не говорите мне, что ваша жизнь — мечта.